E-класс – сердце штутгартской марки, флагман, икона, топ-модель. Теперь новый E-класс смотрит на мир новыми глазами. Фары, на протяжении 14 лет имевшие овальную форму, теперь напоминают драгоценные камни. В целом новый граненый стиль практически полностью вытеснил округлость 211 кузова. То, что Mercedes стал другим, понятно по внешнему виду, и по нему же можно прикинуть, насколько. E-класс задает для данного сегмента новый эталон, объединяющий в себе все самое лучшее в плане безопасности, комфортабельности и бережного отношения к окружающей среде. Он умеет следить за разметкой и распознавать знаки, видеть в темноте и не слепить встречных водителей фарами, определять, что вы устали за рулем, самостоятельно тормозить в экстренной ситуации и защищать при аварии. Интерьер нового E-класса также обновился. Некоторые решения перекочевали с S-класса, например, блок управления климатической системой и управление развлекательным комплексом и навигацией посредством шайбы на трансмиссионном тоннеле. Навигация, кстати, обучена общаться на русском языке. Рычажок переключения скоростей переехал на рулевую колонку, но только у 7-ступенчатой АКПП 7G-Tronic. Для версии с 5-ступенчатым автоматом и 6-ступенчатой механикой остался привычный рычаг между водителем и пассажиром. Интерьер салона отделан материалами высокого качества и природного происхождения. Конечно, это дерево и кожа. Мультиконтурные сиденья оснащены подогревом, охлаждением, массажем и автоматической боковой поддержкой. В качестве опции доступен раздельный задний диван, аналогичный S-классу, у которого позаимствовали довольно много различных представительских фишек. Палитра двигателей для автомобилей новейшего E-класса состоит из 4, 6 и 8 цилиндровых агрегатов с диапазоном мощности от 136 до 525 лошадиных сил. Четырехцилиндровые моторы представляют собой новейшие разработки с прямым впрыском, которые, несмотря на меньший рабочий объем, выдают большую мощность и большой крутящий момент, чем сравнимые шестицилиндровые агрегаты V6 у предшествующей версии. Здесь стратегия заключается в том, что вместо больших безнадувных агрегатов применяются двигатели с турбонаддувом, отличающиеся меньшей массой, меньшим внутренним трением и лучшими с точки зрения расхода топлива рабочими характеристиками. С таким дизайном, качеством материалов, а главное великолепным ощущением от езды, будущее предопределено. И E-класс далеко уедет от конкурентов. В особой серии E-класс с оптимальным набором опций и экономичным турбомотором 1,8 литра обойдется покупателю в 1 733 000 рублей. Не так уж и дорого для статусной машины.